Вітаю! В ефірі програма «Тема дня». 19 вересня Центр громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я повідомив про випадок захворювання на ботулізм у Дніпрі. Цього разу 49-річна жінка була ошпиталена після вживання в'яленої риби. Тож сьогодні говоримо про причини і наслідки захворювання на ботулізм, а також про те, як вберегтися від зараження. Говоримо про це з нашим гостем, лікарем-інфекціоністом Володимиром Чумаком. Вітаю вас, пане Володимире. Добрий день. Перш за все, хочу запитати вас про стан постраждалої. Чи є у вас така інформація? Звісно. Больна знаходиться в інфекційній лікарні, в першому відділенні. Состояние больної середньої степені тяжести стабільне, з положительною динамікою. На сьогоднішній день угрози життя больної совершенно нету. Вона вже входить в період реабілітації, тому сподіваємося, що в ближайші дві тижні буде виписана і стаціонара в удовлетворительному стані. Давайте ознайомимося зі статистикою захворювання на ботулізм, яка була встановлена європейськими та українськими інституціями на момент випадку у Дніпрі. Темпи ботулізму в ЄС зазвичай низькі. З кожним роком близько 200 випадків, 0,03 випадки на 100 тисяч людей. Найвищі рівні випадків протягом останніх 10 років були зареєстровані в Польщі та Литві. Ботулізм рани у внутрішньовенних споживачів наркотиків є найпоширенішим видом ботулізму в деяких європейських країнах, таких як Великобританія та Ірландія. Дитячий ботулізм, який дуже рідко зустрічається в Європі, зазвичай вражає дітей молодшого віку, більшість з яких молодші. Ще 6 місяців. Із початку 2018 року станом на 19 серпня зареєстровано 84 випадки ботулізму, внаслідок яких постраждало 97 осіб. 8 із них померли. Пане Володимире, тож про яку статистику або рівень захворюваності наразі йде мова у Дніпрі? В Дніпропетровську за этот період до настоящего времени було зареєстровано 4 случаї ботулізму. Последняя – это женщина, которая поступила на медне к нам в инфекционную больницу. Предыдущие больные все были госпитализированы, пролечены и выписаны в удовлетворительном состоянии. По статистике по Украине сейчас около 100 случаев заболеваемости ботулизмом. И летальность составила 9 человек. Значит, ботулизм – это очень коварное инфекционное заболевание, которое вызывается кластридией ботулини, и попадая в анаэробные условия, то есть без доступа кислорода, этот возбудитель простаивает, вырабатывает ботулотоксин, который является очень серьезным ядом токсическим, который даже в какое-то время пробовали его использовать как биологическое оружие, но с учетом того, что оно распадается в воздухе, эти все методики были исключены. Но попадая в организм человека, он в первую очередь поражает центральную нервную систему. То есть передача нервных импульсов с одного нервного окончания на другое, что приводит к определенной клинической картине заболевания, которое нельзя спутать с каким-либо другим инфекционным заболеванием. Вот. Поэтому масса может быть причин развития ботулизма, но на первом плане стоит использование пищевых продуктов, которые изготовлены кустарным производством или не были соблюдены какие-то технологические нормы. Как вы знаете, в прошлом году, да, кажется, в Сумах было массовое поражение людей ботулизмом. Это впервые за независимость Украины произошло такое количество случаев заболевания через розничную сеть, когда была закуплена вяленая рыба у частных представителей, где не соблюдались технологические нормы приготовления вяленой рыбы, что повлекло массовую заболеваемость среди населения. То есть продукты харчевания є основным джерелом? Основным источником инфекции являются пищевые продукты, которые входят. Это любая домашняя консервация может послужить источником инфекции. Вяленая рыба, домашние консервы, это тушенка, приготовленная, даже сало с прорезью может быть источником инфекции. Вот. И грибы. Чи можна якимось чином, ну, можливо, візуально, можливо, за якимись органолептичними властивостями, критеріями визначити ту саму їжу, яка вже уражена ботулотоксином?
Ну, в первую очередь, органолептически мы никак не можем определить, имеется ли ботулотоксин в пищевом продукте или нет, потому что у него нет совершенно запаха. И по вкусовым качествам он не будет отличаться от обычной нормальной пищи. Значит, необходимо обращать внимание, если это, например, вяленая рыба, то необходимо использовать, ну, в пищевом рационе своем, если любители есть вяленой рыбы постоянно, чтобы рыба была потрошенная, потому что в потрошенной рыбе вероятность ботулизма приравнивается практически к нулю. Если это домашняя консервация, чтобы отсутствие бомбажа, так же самое и консервы. Если банка бомбажная, лучше ее выбросить, чем рисковать, как говорится, играть в русскую рулетку, потому что испорченный продукт может послужить источником инфекции не только ботулизма, но и других кишечных инфекций и пищевых отравлений. Добре, а як тоді убезпечити себе під час купівлі тих чи інших продуктів харчування у мережах магазинів? Ну, во-первых, для этого существует Держпродспоживслужба, которая необходимо контролировать все продукты, которые поступают в розничную сеть, то есть в наши магазины, супермаркеты и так далее. Значит, внешне, я же уже говорил, что мы не можем отличить, поэтому надо смотреть, не покупать продукты на стихийных рынках, у лиц, которые вот на асфальте идешь, люди продают различные пищевые продукты. Поэтому на первый план выходит сама культура наша. Покупать то, что не чтобы оно было доброкачественным, а не покупать на стихийных рынках пищевые продукты. Дякую вам. Знімальна група 51-го відвідала один з ринків Дніпра, де на власні очі побачила умови реалізації продуктів харчування, зокрема рибної продукції. Як це було, дивимось далі. Я вам объясняю, есть порядок? Вы мне говорите сейчас о том, что это закрытая территория. Это не может быть закрытая территория, потому что еда находится, это продукты питания, которые находятся в продаже, которые закрывают и покупают. Пане Володимире, будь ласка, я хочу просити вас прокоментувати побачене з точки зору саме небезпеки зараження ботулізмом. Ну, даний сюжет, який був показаний, ви розумієте, тут була показана жива риба. Тобто це не солена, не вялена, не копчена риба. Тобто ця риба, якщо її використовувати для варки, жарки, вона не представляє якоїсь опасності, тому що вона пройде термічну обробку. Если бы были прилавки у нас, например, с таранью и другими видами рыбы, которые продаются частными лицами, это уже угроза для жизни человека. Поэтому здесь нельзя сравнивать эти два сюжета, потому что, покупая данную рыбу, можно заболеть ботулизмом в том случае, если люди самостоятельно кустарным производством сделают из нее вяленую, и тогда действительно есть шанс того, что человек может заболеть ботулизмом. Як взагалі проявляється ботулізм і які симптоми мають викликати занепокоєність у пацієнта? Ну, в першу чергу, при ботулізмі на перший план виступає сухость во рту. Это первое, что больные ощущают. Чувство комка в горле. То есть им тяжело отсутствие слюны в ротовой полости. Это один из характерных признаков. В дальнейшем появляется нарушение остроты зрения, что не бывает при других кишечных инфекциях. Так, сальмонеллез, дизентерия и так далее. Отсутствие температуры тела. И в дальнейшем появление гнусавости голоса, осиплость голоса. Люди не могут глотать твердую жидкую пищу, как правило, она выливается через нос, потому что идет поражение центральной нервной системы. И самым грозным осложнением при этом заболевания является острая дыхательная недостаточность. За счет паралича дыхательного центра наступает летальный исход. До яких першопочаткових дій має вдаватися постраждалий, аби убезпечити себе?
Ну, в домашних условиях до приезда скорой помощи необходимо промыть желудочно-кишечный тракт, сделать клизму и принять сорбенты. Это начиная от активированного угля, сорбикс, и использовать большое количество жидкости, употреблять для того, чтобы проводить хотя бы параоральную дезинтоксикацию. А уже в дальнейшем при поступлении в стационар проводятся в первую очередь те мероприятия, которые направлены на спасение жизни больного и нейтрализацию токсина в организме человека. Это введение противоботулинистической сыворотки. Впродовж якого часу після вживання їжі проявляються перші ознаки захворювання? Інкубаційний період від нескольких часов до 10 днів. Чим тяжелее течение заболевания, тем короче інкубаційний період. Тобто від моменту прийому інфіцированого продукту до появления перших клінічних проявлень. І от чим короче этот період составляє, тим тяжелее протікає заболевання. А чи залежить від самої їжі цей інкубаційний період? Да. В основном ботулотоксин накапливается в желудочно-кишечном тракте рыбы, потому что рыба заглатывает кластридию ботулини, и уже в кишечнике идет размножение самого возбудителя и накопление токсина. И вот именно непосредственно ребрышки, которые мы любим, икра, являются более потенциально опасной, чем остальные участки рыбы, то есть спинка, хвостик. У травні 2018 року керівник Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України Володимир Курпіта в інтерв'ю виданню РБК «Україна» вказав на відсутність антиботулінової сиворотки в Україні. Пане Володимире, за вашу інформацію, чи зберіглась наразі така ситуація? І взагалі, як сьогодні людина може отримати допомогу у випадку захворювання на ботулізм? Ну, это, по-видимому, у вас имеет место устаревшая информация. На сегодняшний день около 140 доз противоботулинической сыворотки находятся в объединении Укрвакцина под Киевом, в Обухове, город Обухов. И при поступлении больного с подозрением на ботулизм делается заявка на областное управление здравоохранения и получается противоботулинистическая сыворотка в том количестве, в котором она необходима для введения больного. Просто период от момента поступления до введения сыворотки немножко затягивается. Это связано уже с техническими процессами. Но сыворотка в достаточном количестве сейчас в Украине есть. Чим загрожує пацієнту несвоєчасне звернення до лікувального закладу або навіть самолікування? Самолікування і несвоєчасне обращення може закінчитися летальним ісходом. Як, наприклад, теж був недавно випадок, коли муж з жінкою заболіли, теж після употреблення вяленої риби, і позднє обращення, вони займалися самолеченням, позня госпіталізація, позднє обращення влече за собою летальний ісход. Чи можна сьогодні виділяти якісь групи ризику серед населення, які більш схильні до захворювання на ботулізм? Ну, такої статистики не буде і не существує, тому що різні слої населення употребляють вялену рибу. Це не показатель. Ні возрастна категорія, ні по полу, ні приналежності яким-то соціальним сферам не можуть бути критерієм заболевания ботулизмом. Этому заболеванию подвержены все группы населения. Это все зависит от того, от любителей употребления вяленой рыбы. Готуючись до програми, наші журналісти виявили сферу діяльності, де ботулотоксин використовується для лікувальних цілей. Дивимось. На самом деле, ботулінистический токсин используется в медицине достаточно давно. Уже с 1989 года клинические исследования показали, что токсин ботулизма помогает врачам в лечении таких болезней, как различные мышечные дисфункции, кривошеи. И, как все в косметологии, абсолютно случайно показали то, что
токсин ботулизма может каким-то положительным образом влиять на мимические морщинки. В процессе лечения людей с такими патологиями, как косоглазие, блефароспазм, увидели, что мимические морщины у них либо не появляются, либо появляются в ограниченном количестве. То количество единиц ботулинистического токсина, которое мы вводим в косметологической практике, абсолютно безопасно для пациента, не оказывает системного воздействия на организм. И дозировки, которые используют в клинической практике для лечения в той же неврологии, для детей, допустим, с ДЦП, с различными проявлениями мышечной дистонии, гораздо больше, чем в косметологии. Поэтому при грамотном выборе специалиста с достаточным уровнем квалификации особо каких-то проблем при использовании токсинов в косметологии не бывает. Пане Володимире, наскільки змінюється якість життя людини, що перехворіла на ботулізм, і чи потребує вона певної терапії на протязі життя вже після одужання? Конечно, после перенесенного заболевания ботулизмом иной раз возникает резидуально, то есть остаточные явления, которые потребуют реабилитации больного. Это в первую очередь касается восстановления зрения. Не всегда зрение восстанавливается к исходному уровню, которое было до заболевания и после перенесенного заболевания. Все остальные симптомы по мере угасания клинических проявлений, они полностью регрессируют. И человек совершенно становится здоровым. Может сохраняться длительно астенический синдром, то есть слабость, повышенная утомляемость. В некоторых случаях возникают гипотонические кризы, падение артериального давления, но это больше характерно для острого периода. Но в основном при выписке больных из стационара они должны еще некоторое время наблюдаться в поликлинической службе у своего семейного врача, у окуліста і невропатолога. Хотілося б почути вашу думку з приводу використання ботулотоксину у косметології. Чи дійсно воно є безпечним? Ну, ви розумієте, я не спеціаліст косметологічної отраслі, але використання ботулотоксину в косметологічній практиці використовується для улучшення об'єму губ, наращивание там определенных мимических мышц, но мы эти исследования не проводим, и мне тяжело о чем-то говорить. Куди сьогодні має звертатися людина, у якої вже є виявлені симптоми ботулізму, для саме гарантованого отримання медичної допомоги? Ну, на даний момент тільки інфекційна лікарня є базовим стаціонаром для лечения ботулізму. Ботулизма. Все случаи, которые у нас в городе регистрируются, они проходят лечение в условиях инфекционной больницы. Это уже если идут осложнения какие-то, тогда мы уже переводим их там по профилям в зависимости от осложнения. Поэтому при малейшем подозрении на ботулизм необходимо обращаться в инфекционную больницу города Днепр, канатная 17, где существует круглосуточно находятся дежурные врачи, который может четко отграничить клинику от ботулизма от других заболеваний. Под маской ботулизма могут протекать и такие грозные заболевания, как энцефалиты, отравление различными веществами, поэтому специалисты нашей клиники могут это дифференцировать и определиться, куда больной подлежит госпитализации. Если это наш профиль инфекционный, конечно, мы их госпитализируем к себе в стационар. На протязі якого терміну пацієнти зазвичай перебувають під час лікування від ботулізму? От 2 до 3 тижнів в общій складності. Да. В зависимості, це ж я вже говорив вам, залежить від тяжкості стану, від розвитку осложнень після перенесеного ботулізму. Як правило, в середньому 14-21 день больний виписується в поліклініку на амбулаторне долічування. Или просто наблюдение невропатолога. А как часто развиваются такие ускладнения и какой характер они имеют? Ну, основным осложнением при ботулизме является присоединение пневмонии. Это частое осложнение, потому что за счет нарушения дыхательной мускулатуры возникает нарушение в двигательной функции легких, и это может приводить к развитию бактеріальної пневмонії. А на якому етапі приготування домашніх заготівель, ну, будь-якої консервації, може статися зараження їжі ботулізмом? Це, во-первых,
первый этап любой консервации, которую проводит любая хозяйка, это необходимо помыть овощи, чтобы они были чистые и освобождены от примеси земли, потому что в земле Clostridia botulinum находится. И вот попадая с овощами в банку, если не соблюдены правила стерилизации, пастеризации, там кто какими методами владеет, и отсутствие кислорода, что является основным условием для развития этого грозного заболевания, может происходить. Поэтому овощи все необходимо мыть, качественно мыть под проточной водой и консервировать. Тогда вероятность и следить за бомбажем баночки. Если эти функции соблюдены, то, как правило, вероятность развития этого заболевания очень редкая. Пане Володимире, чи правда, що, наприклад, рибалки, які нерідко вживають алкоголь під час відпочинку або рибної ловлі, мають менше ступінь ризику захворіти на ботулізм? І я попрошу вас, не закликаючи до вживання алкогольних напоїв, підтвердити або спростувати цю інформацію? По літературним даним, це дослідження проводились в лабораторних условиях, тобто алкоголь і сахар снижают действие токсина, но не являются противодействием этого заболевания. Поэтому, может быть, где-то как-то будет легче протекать заболевание, но стопроцентной гарантии, что употребление алкоголя и больших доз сахара приведет к нейтрализации токсина, это недопустимо. И вероятность очень низкая, поэтому самым действенным способом на современном этапе является введение противоботулинической сыворотки, которая стопроцентно гарантирует выздоровление больного, если он обратился своевременно. Если поздние сроки обращения и госпитализации, то даже введение противоботулинической сыворотки не всегда может дать положительный клинический эффект, который ожидает врач. Чи існують якісь превентивні заходи для того, щоб запобігти зараженню ботулізмом або хвороби ботулізмом? Ну, запобіжних заходів може существувати тільки одне – не покупати рибу на стихійних ринках. Це раз. Не употребляти вялену рибу непотрошену. Не використовувати просрочені консерви з бомбажними кришками. Других способів на даний момент не существує. Все зависит от культуры самого человека, то есть надо ценить свою жизнь и выбирать более качественные продукты и не рисковать, потому что, я же говорю, кроме ботулизма существует масса других инфекционных заболеваний, которые могут повлечь за собой ухудшение состояния здоровья. Пане Володимире, я дякую вам за розмову, а також я дякую нашим глядачам, які долучилися до ефіру. Це була тема дня. Побачимось.